Доброго ранку всім. Як завжди є питання, трохи розповім, як завжди буде зараз дайджест прожитих двох днів, да? Дві доби, як ми прожили. І потім я трошки запишу окремий влог про нашу збірну України. Як в футболі прожив багато років, професійному, скаутському. Ось у мене джерсі, знайшов його і в мішку валялось. Це Зорі Луганської. Як там робив контракт, мені мій партнер, захисник Дніпра, і ще тоді він був Дніпро-Дніпропетровськ, четвертого номера грав Константин Сосенко. Відвів мене на склад, і там, де команду одягали, Динамо Київ та Зорю. І я собі взяв це джерсі. Так, поїхали. Ну, всіх вітаю з перемогою збірної України. Грали, як завжди, на нервах наших. Перемогли. Мій прогноз, хто його слухав, футбольний, в повному обсязі здесь збувся. Ну, але це потім розповім. Так, а молодості трохи. Перехожу на трофейну, як каже Муждабаєв. Це коли був молодий, у нас був фан-клуб з міста Дніпродзержинськ, ну, це спутник Дніпра. І ми всі їздили там, такі бандюкувати хлопці, ну, які зараз в этом Кракені воюють, садились на електричку, нам где-то час їхати до міста Дніпра. А потім ще добиратися минут 40 до стадіону «Метеор», ЖД вокзала. Ми приїжджали где-то на часа півтора раніше футболу, представьте, які ми були застегнуті. На стадіоні «Метеор» там один зал, спортзал, і в ньому постійно розміналися. Це Литовченко, Протасов, там Кудрицький, Вишневський, Багмут, 40 лет, ну, от эти всі, Кутузов, всіх я їх помню. І ми стояли в окно, смотрели, як вони розмінаються, б'ють, ну, там дерев'яний зал. А потім йшли на матч. Ну, стадіони без криші, без нічого. Тобто, якщо ти їхав часа два до стадіона, а якщо ти виїжджав з дому зі свого, то це три часа поїздка стоїла, то мог сидіти під дождем. Потім ми смотрели матч, ну, якраз такі ми сезони смотрели з 85-го, я так активно поїздив, по 89-й где-то. А потім садились, нам же треба було доїхати домой, матч закінчувався поздно, ми приїжджали домой где-то в пол первого ночі последней электричкой. І от ЖД вокзала йшли вниз, скандируя по центральній вулиці Леніна, ну, як завжди, Леніна у нас було, проспект Леніна. І кричали «Дніпро, Дніпропетровськ, фу-фу-фу-фу-фу-фу». Ну, так як я на лівий берег не мог добратися, тому що транспорт уже не ходив, я йшов к своїй бабушці і спав. А вчора мені треба було досидіти до 21.45. Я випив дві чашки кофе, щоб не заснути. Ну, не заснув. Ну, матч бодренький був. Наші друзі в лапках поляки відскочили. Феноменальна зборна Уельса. Ну, ми пройшли дуже сильну зборну Ісландії. Ісландці були хороші, як ніколи. Ну, наша молодіж все-таки включила мозги, що треба заробити 9 мільйонів євро призових. І все-таки, якщо хочете рости, то треба виграти нормальні турніри. Ну, а в футболі віддільно, в віддільному вогі. Признання в любві вчора було. Парень став на колені. От видиш, що таке старость. Молодості, ти готов їхати за царя панька, їхати в електричках. А вже коли приходить старость, тобі лише би до 21.45 досидіти в креслі. Было признание в любви. Девочка у нас берет интервью, футбольные влоги ведет. Ну, такая симпатичная, красивая.
И парень, журналист, коллега, ее признался в любви, попросил руки и сердца, стал на колени. Я думал, что сейчас только признаются в любви через дикпик этот, или диппик. Ну, это когда писюн высылают. А сейчас бывает еще и красиво, видите? Не через смс-ки фривольного толка. Ой, ну, долгий путь им. Я бы им желаю, чтобы вот раз и навсегда, не так, как у меня. Много-много раз. Так. Знакомый общался с Кривого Рога. Вчера слушал Вох Маслаченко. Он говорит, я с красивого... Ну, он родился в пригороде недалеко от Днепра, но жил потом с мамой в Кривом Рогу. И он говорит, я родился в красивом украинском городе Крио-де-Жанейро. Но он говорит красиво. Он, наряду с тем, что он был знаменитым вратарем, чемпионом Европы, трехкратным чемпионом СССР, но он был настолько образован и начитан, владеет французским языком в совершенстве, владел, ныне покойный, что, ну, его можно было слушать и слушать. Потому что человек был образован. Ну, с таким характером, со стержнем. Владел украинской мовой, він її не забув. Так от, знакома з Криворога говорить, я купила красивое нижнее белье. И банальный вопрос был, вот я появился любовник новый. А нет, если будут доставать из-под завалов, то я должна быть в красивом нижнем белье. Это у нас такие шутки о себе. Ну да, такова жизнь наша. И еще одна знакомая с Польши писала, у них там шутят, почему они пропустили ракету, поляки? Она летела без зерна. Ну да. Они советуются там по отдельному протоколу, можно сбивать или нельзя. То есть, если тебя бьют по морде или по роже, ты должен побежать и узнать какой-то секретный протокол, можно отстреливаться или нет. Надо отстреливаться. Если есть ружье, то треба відповідати. Дмитро Корчинский, наш знаменитый театраловед, Евноазов, он сейчас занял сугубо проукраинскую сторону. Раньше его критиковал обоснованно за танцы с Россией. Он намерен попросить коридор у Польши для наших БПЛА, чтобы мы били по Калининграду. То есть он говорит, если Польша предоставляет свою территорию для российских ракет, то мы как партнеры имеем право попросить коридор на Калининград. И резонный вопрос. Хочу напомнить, я изучаю, ну, историю спецслужб. В спецслужбах запрещены пытки, в нормальных спецслужбах, там, где нужны нормальные показания. Почему? Потому что психологи доказали, что человек под пытками дает неправдивые показания. Он признается во всем. Что он убил Ивана Грозного, его сына, его жену отравил и т.д. и т.п. Поэтому те спецслужбы, которые пытают, это спецслужбы, которые не хотят знать правду. Я же говорю, они от этих шестерых штукатуров из Стамбула, которых они и привезли, они их назначили, это назначенные. Реальный теракт делали мальчики не в трусиках, а в джинсах синих и в синих слон-сливах. И когда начался кипиш, они себя нормально, спокойно вели. Некоторые сидели, минералку пили и попали на смартфоны. А некоторые командовали закрыть двери, чтобы никто не убежал. А зачем они были все одеты в одинаковую форму? Для одного. Что когда ты выходишь на операцию, то это маркировка, а этих не трогать. Это участники операции. Вот когда ты воюешь, мы там перевязываемся желтый рукав, а россияне белый или белую ногу, бедро. Вот так они были, эти мальчики. Распространили уже фото, двух нашли. Работники секретных спецслужб Российской Федерации. И там в Фейсбуке одного нашли, что он Игорь Фридман. Они обычно пишутся. У меня, например, был куратор от контрразведки, и у него совсем другое имя было, фамилия.
Ну, в интернете он был Мойша Айзерман подписан. Ну да, еврейским именем. Хотя он даже и не еврей. Поэтому, ну, для россиян это не аргумент, когда человек сидит в Крокусите на верхнем ряду, а потом он через утром уже в Брянской области идет в джинсах, и в этом же лонгсливе идиот даже не переоделся. И ведет этого окровавленного таджика. Они никуда не ездили в Брянскую область. Они этих таджиков хапнули сразу. Ну, они им сначала нарисовали, типа, отдышитесь, мы вас эвакуируем. Они же, когда их подряжали на дело, они им гарантировали какой-то коридор эвакуации. А потом мы отвезли чуть-чуть дальше Рублевки, там идут леса, в направлении Риги. И сняли вот это все задержание в Брянской области. Как это было? У меня там сразу вылез типок, но у меня же там разные есть. У меня же есть кто-то и под нашим горем ставят птички радости. И сказал, это не серьезные источники, это не серьезно. Я его сразу забанил. Вот этого Мышкина и Нарушкина, Баширова и Петрова, саундсберецких геев. Их же нашли тоже по... Они висели на доске почета Хабаровской вышки ГРУ. И вот этого главного киллера, которого хочет обменять Путин в Берлине. Его споймали два маленьких фюрера, ну, фрица. Они на речке Шпрее ловили рыбу, а этот дядя бородатый что-то там топил в речке и пересаживался на велосипед. А, топил велосипед, да. Очень нормальные достоверные источники. То, что называют недостоверными источниками и несерьезным источником информации, это является самым явным источником. Они повторяют все свои ошибки, как травили Навального, потом Навальный звонил уже своим отравителям, и они ссылались на профессора ни Соловья, ни Лебединского с 38-го бюро, который мало дал новичка, и нужно было трусики больше помазать. Да, вот так они продолжают работать. КГБ СССР работало лучше и поярче, и почище. То есть, если тебя сбивали в центре Минска на газоне каком-то 53-м, то это был такой дядька с усом, и не подкопайся. А сейчас они даже не утруждают себя переодеваться. Но для россиян это не доказательство. В общем, мы все понимаем, что организаторы этого всего теракта, Патрушев и Бортников вместе с Путиным, троечка, три свиньи. Поросята – это что-то такое доброе. А повесили все на Зеленского и на Буданова. Резолюция ООН по Хамас. Ну, США поддержали резолюцию в отношении Израиля. Ну, США идут на выборы. Демпартии большое количество избирателей арабов-переселенцев, их десятки миллионов, хотел сказать, долларов. Поэтому понятно, что они за такую резолюцию будут голосовать. Израиль знает свою правоту, и Израиль, он давно уже, вопреки всяким резолюциям, он живет и действует. Поэтому так и надо продолжать. Все. Вчера, кстати, кумедный есть телекомпания Торонто, наша. И они по Светану сделали сюр, как и по Арестовичу. Сделали анализ, как он говорит, в течение 2 месяцев. То 91-го границы года, то однозначно мы на днях заходим в Горловку и в Донецк. Потом война будет 5 лет, потом война будет 10 лет. И так постоянно. И у нас уже давно летают эскадрильи F-16. Ну, ему надо книги писать. Басни Крылова. Хочется отметить, что Франция вышла почти на 2-3 место по торговле оружием в мире, потеснив Россию и даже Китай. И хотелось бы, чтобы Франция так же само помогала нам, как она и торгует оружием. Да. Посмотрел «Крестного отца», восстановил себе в памяти три серии, а не по 3 часа 30 минут. Ну, конечно, когда ты уже взрослый и знаешь историю мафии, то видишь, что много несостыковок, много показухи. Ну, все равно, в принципе, чем ты старше становишься, тем ты глубже смотришь материал. И там
Главу мафии играет дедушка, дурака играл, а крайне кровожадный был. Поэтому если перед вами сидит какой-то клоун, то это не значит, что он клоун. Самые страшные люди – те, которые не угрожают. Да. В общем, операция «Крокус Сити», я ее называю, это мотивационное сакральное принесение в жертву Силоса Российской Федерации. Ради мобилизации, они же сейчас пишут на каждом фабе, на каждом выстреле за «Крокус Сити». Они назначили нас как руководителей этой всей операции. Для них нужно собрать очередную партию идиотов, 300 тысяч, для похода на Харьков. Я называю эту операцию «Поход на Харьков и Сумщину». Да. Поэтому нам там приготовиться, и чтобы опять не было, как кто сдал Чонгар. Это называю операция «Харьков». Мы там сказали, что законная цель Будана в ихняя. Ну, у нас каждый день гибнут дети, бабушки, дедушки, просто люди там. Много гибнет в районе Купянска, вот этих 53 плюс туда вверх. Ну, никуда, некуда ехать, поэтому там живут. И мы, в принципе, все его цели. Это этих плохих людей. Харьков без тепла и частичного света. Там Балашов рисует картину апокалипсис. Ну, Балашова сейчас такие влоги, их лучше не включать. Он уже даже перестал прибавлять и отнимать числа и делить. И выходить на условное число 28. А это я же вам говорил, 28. Выпало 28. А в 28 году, отнимите 100 лет, и что было в 28 году? И там вот это сидит и Коваленко, рыжий дядька такой, Геннадий Викторович, а как вы вот думаете? И флаг Залужного висит за спиной. Катигорошка. Ну, понятно, они будут отвечать. Я вообще думал, что они уже давно захватят Харьков. Харьков – это несложная военная операция. Я не знаю, когда наши говорят «сложно». Что там сложного? Сложно его оборонять. Ну, понятно, в Харькове будет ситуация ухудшаться и ухудшаться. Поэтому часть города надо релоцироваться и уехать с него. Франция має намір адаптувати свої авіабомби, це 250-й екстракласа ФАБи з умною головою там на ведення під F-16. Це правильно. Видно, Себастьян Лікарню підписаний на мої влоги. Я призиваю і наш Укроборонпром, це несложна процедура, робити УМПКшки, теж такі тяжкі, як росіяни трьохтонні. Пусть КВО буде побольше, але... Мы, видите, россияне подписаны на мой ВОХ, и они начали кабрировать и пылесосить в 70-километровом радиусе. А у нас этого делать нечем. Самолетов до сих пор нет. Поляки очкуют, да, у нас знакомые поляки звонили, говорят, на нас нападут, не нападут, мы их успокаиваем, не нападут. И богатые поляки переезжают в другие страны жить, подальше чуть-чуть. Малюк доповів суспільству українському, що в ОУ в Хортиця, ну, це головної ставки, діяв агент ФСБ, який працював за ідею. Зрадник безкоштовно передавав окупантам всю інформацію від розвідки різних потоків, в тому числі секретно. Сам він родом з Волинської області. От бачите, волинянин – така паскуда. Я ж говорю, я в 2014 году зустрітився з масовою. Очень много было офицеров, которые за нас призывали не воевать против России и вели антиукраинскую пропаганду. И пацаны, которые выходили из ДАПа, 1 мая бригада приняла бой вместе с тройкой в аэропорту, они моих друзей-офицеров при мне лично запугивали, что с нами разберутся новые власти в Украине. Ну, Медведчук придет к власти, и нам, мы все ответим по закону. Говорили прямо перестроим, находясь на службе, один вырос комбрига одной из бригад. Не знаю, получилось у меня, не получилось, я ставил себе за мету его прибрать с этой посады. И готов был пройти вместе с ним детектор лжи. Да. Официально вышел на руководство ГУР и контрразведки СБУ и пообщался с ними. Я говорю, ну, то есть, ребята, если у вас этот человек жмет руку Сырскому, то
Мы много на этом участке фронта навоюем. Потому что он мне это говорил в глаза. И живы еще офицеры, которых он запугивал. Я готов был сделать очную ставку. Это не доносительство. Я никогда не был доносчиком. Это гражданская позиция. Это знаете, когда вы знаете, что в какой-то соседней квартире есть подозрение, что его наводят на дома, то лучше перебздеть, чем недобздеть. Когда вынесет целую секцию девятиэтажного дома. Поэтому не будьте безразличными. Время такое, война. Президент Зеленский звільнив с посады пана Данилова, секретаря РНБО, и призначив голову службы внешней разведки Литвиненко. Ну, Литвиненко там со своим шлейфом, он выпускник либо Кубинки, либо Хабаровской вот этой вышки, ГРУ. Ну, то есть, с российщины він. Там какие-то российские паспорта всплывали. Не могу я понять Зеленского, не знаю, может он действительно в нем увидел какого-то патриота. Но Данилов крайне неприятный человек был. Я не знаю, насколько действовали угрозы. Мне неприятно его было как проукраинского гражданина слушать. Он постоянно что-то рычал, мурчал в адрес громадян Украины и мне это, я не люблю таких диктаторов. Я его называл «черная флиска». Хочу похвалить Рублика о наших доблестных бригадах. 95-я Житомир, мои побратимы, провел длительное время в районе 95-й бригады. Многих знал. Но в этот их на Багуне не ездил. Я с ними в основном пересекался на полигонах. Прекрасный бой показали, 11 коробок сожгли, размотали огромную колонну. И что самое главное, дистанционно. Аэроразведка работает, накрыли все. Узкой семечки пьют кофе. 25-е то же самое, но там колонна была поменьше. Два танка. Да, но они не доехали даже 4 километра до исходной позиции. Все потушили. Вот так надо, ну, дольче фарниента. Сладострастное ничего не делание. Товариський матч Франція-Чилі розпочнеться з хвилини мовчання в пам'ять про жертв теракту в Москві, сказав президент Французької Федерації футболу Філіп Діало. Ну, Діало – це не французька фамілія, це я возив з Гвінеї ігроків, у них там у всіх фамілія Діало. І этот парень не понимает, откуда ноги растут. Он не читал книгу Политковской о работе ФСБ. Я ж напомню, что все, кто расследовал дело по Сахару Рязанскому, по Волгодонску, по Беслану, это Политковская, Чехачикин, и там еще был Ющенков, ну, много депутатов Госдумы, они все были убиты, убиты. Все, запоминаем. Когда говорит Акакий Акакьевич, он же Юрий Швец, это позывной такой, Акакий Акакьевич, что Игел Харасан, Харасан Игел и ФСБ и ЦРУ в данном случае это партнеры, то я бы вообще, у него там есть сын же, да, помогает ему. Я бы попросил сына, у папы вот эта стрижка, знаете, как расческа назад зачесывается, она постричься правильно. Все-таки же уже дед старый. Он такое чешет. Мои источники из Госдепа высокопоставленные. Та утром сидит, раулопатит интернет, и телеграм-каналы, а потом и нас еще слушает, а потом рассказывает. Блин. В общем, Франция выражает скорботу. Кстати, Карчинский не взял на себя ответственность за этот теракт. Да, говорит, ну я не спевчував. Это когда, я же говорю, у нас там был бой, и ликвидировали с Костромы солдат. Ну, один рассказал, какая бригада, все. И у меня там полуродственники мои были, потому что я их родственниками не могу назвать. А где доказательства, что это россияне? Ну так, ничего им не докажешь. Вот стоит рыба, которая сидела в Крокус-Сити, это несерьезный источник. Если зрение минус 8 и нет ума, то одень очки, посмотри. Посольства всего мира приспустили флаги и скорбят про Крокус-Сити. Россия сбрасывает ФАБы с надписью «За Крокус-Сити» на нас, лупят баллистическими ракетами, подписывают ракеты «Града» за Крокус-Сити. Мы так и живем среди идиотов.
в том числе и Организации Объединенных Наций. Бесполезная организация. Гарантии ООН, как показала практика, если вот сейчас Норвегия маленькая заказала новые суперсовременные по 4 подводки у Германии, и Франция строит новые 4, только атомные. Если у тебя дофига ядерного оружия, то это самый лучший Будапештский меморандум. Вот это вот такая бумага, такой папир. Они нашли, спецоперация ФСБ, я тоже считаю, нашли мусульманина, татарина, который типа спас 200 человек с какой-то раздевалки. И им же надо, нельзя шатать до конца ситуацию, потому что мусульман много, только в Москве 1,4 миллиона проживает. И уже мальчика назначили, ему все донатят за то, что он спас всех. Это чистая работа ФСБ, чтобы чуть-чуть притушить реакцию СОДы. И если бы в России реально была такая организация, как Ирландская республиканская армия, то это было бы неплохо. Но, к сожалению, я такого не вижу вообще. Там вот эти мусульмане, они же все ж перебитые, переделанные. Как ко мне некоторые футболисты приезжали. Ему 27 лет, а он пишет, что 17. Из Нигерии. Ромянкова Хербата. Слушал Малюка, он рассказывал про Захара Прилепина, который говорил, что нужно маленьких детей Украины убивать еще новорожденными, то он намекнул, что это их была спецоперация, и по его источникам у Прилепина нету части конечности, кинцевок, и писюна. И он писает с катектора, такой трубочки. Я когда лежал парализованный, долго мне делать нечего было, мне приносили капельницы. Меня научили делать чертиков из капельницы, и я их плел, сидел. Не, лежал. Мне сидеть нельзя было. Я в гипсе лежал. У меня спина была вся загипсированная. Люлька была такая, как у фараона вот этих же. И я их красил в зеленку, и у меня были зеленые чертики. А он, получается, вместо писюна, кожаной бубурки у него нет, у него торчит эта трубочка. Ну, такая жизнь, но не фонтан. Мне кажется, лучше попросить жену, чтобы она принесла яда и накуканить себя. И, кстати, я хочу напомнить, что у нас настолько были недальновидные власти, в том числе и Порошенко, что даже новый завод по производству ВОГов строили прямо шостки на границе с Российской Федерацией. Смотрел фильм про легендарных ребят, которая работает со взрывчаткой нашей, взрывотехники, собирает по всему фронту, ездят снаряды и не разорвавшиеся бомбы, рискуя жизнью каждый день, 15 дедов и один парень, который шарит во всем. Варят в мультиварках новую редину и делают вот эти выстрелы, которые сбрасывают наши эти свадебные мавики. Хочу сказать отдельно, смотрел работу Мадьяра, птихил Мадьяра, и БМП вторая российская была сделана в качественном капонире, и если бы там были россияне люди, то они бы потушили бы этот БПЛА, и Мадьяру понадобилось почти сутки, чтобы потушить этот капонир. То есть, если правильно сделан капонир, то это нормальная ситуация. Смотрел передачу, там приезжал этот Чичваркин в Киев, и с ним брала интервью одна девушка наша, журналистка, которая на Пинчука всю жизнь работала. Она такая пророссийская, Юля, с Днепра, я ее помню. То она предлагала новое правительство создать в селе Теткино. Ну, а Чичваркин с этим не согласился. Смотрел интересный влог про село Ух, Ивано-Франковщина. Это назывался Ивано-Франковск-16. Там внизу расположен подземный город, в котором хранилось ядерное оружие Советского Союза. Это первая
Там целые были туннели, целые поезда ездили. Ивано-Франков 16. В красивом живописном месте, там где речка, я не помню какая, Днестр течет. Удар по Киеву был двумя этими цирконами супердорогими. Ну, где-то мы по ним серьезно попали, видно, в Крыму, то у них истерия. Мы удачно ударили по двум блокам в Ростовской области, осталось 7. Я уже изучаю устройство всех ГРЭС Российской Федерации. Ну, нашему всем руководству надо рассредоточиться, работать в маленьких квартирках. Главк СБУ не должен сидеть в одном здании. И, ну, а кому-то положено и в бункере сидеть. Смотрел интересный влог. Был у нас такой центральный полузащитник «Динамо Киев», которая создавалась после войны Великой Отечественной, Второй мировой. Неправильно. И был такой турянчик. Очень много было с Закарпатья игроков. Я не помню уже всех фамилий, там Коман, по-моему, Турянчик, еще Саба, венгры этнические они были. То Турянчика, когда приглашал, он играл за СКА Львов. Переехать в Москву играть лично маршал Гречко уговаривал. Ну, Турянчик говорит, я хочу только жить в Украине. И этот маршал Гречко ударил по столу и сказал, уволить его сегодня, сегодня же. Но сказал, ты официально в резерве военнослужащий, и мы тебя можем тягать до старости, если ты нам понадобится. Рассказывал, как у них был тренер Соловьев такой. С ним они тоже стали в 61-м и 62-м чемпионами СССР. И у Соловьева были сложные отношения с Лобановским, а у Лобановского были со всеми сложные отношения. Он такой упертый был дядька. И Соловьев попросил 4 игроков команды пойти к Лобановскому в номер и Трояновскому, и набить физиономию Лобановскому. Но Турянчик предотвратил рукоприкладство. Рассказывал, как они приехали в «Динамо» Тбилиси играть, им уже ничего не надо было, они уже выиграли «Союз». Он, в общем, 4 раза выиграл «Союз», Турянчик. И остальное время выигрывали только серебряные медали, не ниже. И им уже не надо было, они говорят, мы хотели матч сдать грузинам, но так как Маслова побил какой-то грузин на пьянке, то мы, говорит, на костях за нашего тренера выиграли. Но Маслов был уникальный главный тренер, он хоть был из Москвы, но он создал, по сути, «Динамо Киев», при нем «Динамо Киев» стал вот этим великим. Он был очень душевный человек, умел работать с людьми, но перед этим он «Торпедо Москва» очень много завоевал чемпионских званий. Знаменитым это там Иванов, Стрельцов и другие. И с ереванским «Араратом» он их тоже, по-моему, до кубка довел. Ну, талантливый мужик был. Говорит, когда мне переманили «Динамо Киев» Турянчика, он не хотел ехать, он такой домосед был. Говорит, мне там дали 17 кубов дерева Мукачево. Чего это я должен ехать и был в той «Динамо Киев»? У меня было 17 кубов дерева. А сейчас они за подписание контракта берут полмиллиона долларов. А Турянчик за победы там в каких-то мегатурнирах получал 70 долларов. Играл против Пеле. Ну да, персонально. Я выкладывал жалкое зрелище, там где жители Нигерии полстраны играют в букмекерских компаниях, все проигрывают. И они ночуют в букмекерских конторах, ждут открытия букмекерской конторы. То есть они через телефон не могут ставить. К сожалению, я знаю, на фронте очень много ребят увлекаются игроманией. И свои зарплаты, честно заработанные, проигрывают в этих ставках. Лудомания – это зло. Сейчас 65 миллионов граждан Нигерии живут за счет спортивных ставок. Это 30% от всего населения Нигерии. Вспомнил, как Уткин рассказывал, этот журналист российский, что к нему подходит такой мужик уже в возрасте и говорит, я на ваших эфирах футбольных вырос. А он говорит, извините, сколько вам лет? Он говорит, мне 49. И Уткин выпал в осадок.
Слушал интересный вокс со знаменитым вратарем, повторюсь, Маслаченко Владимиром Никитовичем. И он говорит, что я когда вел репортаж, во-первых, рассказывал, как он крем рагу, увлекался футболом. У мамы воровал чулки капроновые, набивал футбольные мячи, и такими мячами играли. Я же говорю, у нас раньше вообще ничего не было. Мы ничего не видели, ничего не знали. Но в дворах вырастали серьезные игроки. В общем, такая была фишка во дворе. Если тебе дворовая команда говорила, иди стань на ворота, то это для тебя было фактически опускалово. Да. За такие слова можно было набить физиономию. Дрались не на жизнь, а на смерть. Вот играли между сараями. Двери сарая это были у нас ворота. Если тебе говорил какой-то более авторитетный, иди стань на ворота, то все. Все. Жизнь закончилась, надо драться. Потому что это тебя опустили. Такие были понятия уличного дворового футбола. Играли обычно, когда луна уже начинала светиться, когда ты ничего не видел. И тогда прекращали. Поэтому я в своей, там, на своем шестом десятке могу выйти и так, и чуть-чуть с мячом показать вещи. Так он говорит, я с украинского города Рио-де-Жанейро, и когда он стал телеведущим знаменитым, реально знаменитым, у меня дед его назвал, о, Маслак комментуя, то Маслаченко прочел стих на ОРТ, ну, тогда был первый канал, Хмары Коцюбинского, и позвонили в студию в перерыве и сказали, там члены ЦК спрашивают, а что в Киеве случилось с погодой? Они не поняли даже, о чем он стих прочел. На, по Маслаченко заканчиваю. Правительство Украины не включило в машины, которые должны больше облагаться. Rolls-Royce, Ferrari и Lamborghini. Ну, типа, реестр налог на роскошь. Но я считаю, Rolls-Royce, Lamborghini и Ferrari не надо включать, потому что это народная машина Украинской Республики. Мы так нормально реально живем, круто, что Rolls-Royce не роскошь, а средство передвижения. В общем, слушал чуть-чуть влог, и там приехал этот разодетый, хотел сказать, прикукуренный Чичваркин. Но я не знаю, зачем он так, он как бы этот бифитер одевается, да? В общем, ну это некрасиво. Если он думает, что он модник, я не считаю так, что он модник. Вот эта сережка какая-то висит, я не знаю, что это такое. Но говорят, у него четверо детей, но... Я думаю, что он минимум бисексуал. Гордон у него брал интервью. Дмитрий Ильич был одет как сотрудник СБУ. Нормально так. И Гордон говорит, я Навальному через своих знакомых предложил интервью. А Навальный сказал, у меня Гордон спрашивает, чей Крым? А я политик российский. Я ему не отвечу, чей Крым. Опять, вот свежее, перед смертью. Ну, до посадки. И я ему отказал. Ну, видите, ну, шовинизм, это приговор. Если ты нормальный политик и достойный человек, то ты должен всегда сказать, что украденное – это украденное, все. А не быть точно таким, как Путин. И Навальный перед поездкой в Россию, крайней, последней, не крайней, а последней, он написал Чичваркину, а слабо поехать со мной. А Чичваркин сказал, спасибо, я трус, я никуда не поеду. Спасибо без меня. Смотрел интересную передачу про легенду Чикаго Блэкхокс хоккейную. Три раза выиграл Кубок Стэнли, у них была знаменитая эта плеяда после 2008 года. Создавали команду 7 лет. Я там об этом расскажу. Кейн есть такой игрок, он сейчас в Детройт перешел. Так вот, чтобы играть в Детройте, у него контракты годичные, он уже ветеран. Ему поменяли сустав, поставили титановый. И с такой операцией люди уже не играют в хоккей.
а он проводит великолепный сезон по системе Go Blue Pass. Вот что такое воля, что такое быть спортсменом, бойцом. Два слова о команде из города украинского и польского, Чикаго, да. Первым владельцем команды был солдат, офицер американской армии, который разбогател на торговле кофе, майор Фредерик Маклафин. Он служил уже в этом подразделении 86-й пехотной дивизии армии США «Блэк Хок». И поэтому в честь него назвал команду. Вот видите, у них много офицеров, выходят, увольняются со службы на дембель и становятся мультимиллиардерами. Вот это мне нравится. Потом он команду продал семье Уильяма Рокки Вирца. Это семья, которая является монополистом в США по производству алкоголя. Ну, они там все, водку, джин, тоник, виски. И этот Уильям Вирц, он долго правил командой, он был такой консерватор. Он долго не подписывал контракт с телевидением, он говорил, это ерунда. Он отказывался от всяких видов рекламы. И команда очень бедно жила. Они выезжали за счет селекции. Там играл да, словак Микита, потом Хоу, по-моему, играл. И НХЛ с ним намучились, с этим Вирцем, потому что невозможно было. И по наследству команда пришла к его сыну, а сын оказался наоборот от отца, продвинутым бизнесменом, и он все начал делать наоборот. Он создал суперселекцию, он переманил Chicago Cubs, это бейсбольная команда, менеджера креативного, который много людей привлекал на стадион. И у него пошло-поехало. И создал один из самых лучших селекционных отделов. Эту команду собирали не один год. И собирали с игроков, которые были не первые на драфте. Он привел туда Скотти Боумана, такого тренера. Он привел с собой своего сына. Он занялся селекцией. И у них получилась шикарная команда, которая 6 лет пылила в НХЛ не по-детски. У них были такие игроки, как Тейвс и Кейн. Услышав пословицу, это может сделать каждый еврей, лишь бы он не стеснялся. Кстати, Маслаченко в своем интервью, он когда работал в Чаде, он говорил, что за Африкой будущее в спорте, потому что уникальные мышцы, уникальная моторика, необычайно сильная, необычайно одаренная. Я с ним полностью согласен. Но он много в своем интервью хвалил старое поколение футболистов, чтобы они так и сейчас ярко бы играли. Я смотрел игру Бышевцева, посмотрел специально один тайм знаменитой его игры. Он играл левого атакующего полузащитника. Ну, сейчас бы он не взлетал. Заканчиваю я не спортом, а тем, как не надо делать. Мы все видели видео, наши взяли шмель, подобрали российский. А этот шмель был начинка под РПГ, но в нем там уже был заложен пластид, чтобы он взорвался. И он в руках нашего бойца сработал, взорвался. И наш боец умер во время стрельбы. Не подбирайте российские вот эти всякие гранаты и все остальное, если не соображаете. Пожалуйста. Ну а так, в принципе, все. За підтримку дуже вдячний. Сьогодні тільки 43 хвилини. Віримо найкраще.